Друзья, это что-то невероятное. Голова древнего животного. И мамонтенок маленький. Ой, малыш какой. Ой, смотри, какая малышка. И мы попали уже вовнутрь музея. Да, и пойдем смотреть какие-то останки, возможно, даже динозавра. Ну что, погнали? Погнали. А вот, Кристина, смотри, кто это? Это скелет какого-то оленя огромного. Вот он. Я уже там вижу много-много всего интересного. Древняя пещера с кристаллами. А вообще их очень-очень много. Тут их, наверное, миллион разных-разных камней. Какие хочешь. Вот у нас планета Луна. Посмотри. И, наверное, это камни прямо оттуда. Какие-то остатки метеорита или что-то такое. А ну попробуй покрутить. Я думаю, что это какой-то эксперимент должен быть. А ну-ка крутим, крутим, крутим. Смотри, смотри, Кристина, электричество. Кристина, я мышки нашел. Хочешь на мышки глянуть? Вот. Ай, смотри, какая малышка. Мышка. Интересно. Тут уже начинаются окаменелости разные. Что это за голова? Голова древнего животного. Древние рыбы. По-моему, в какой-то передаче такое видели, помнишь? Да, я такой передачи видела. Кристина, что я нашел? Череп настоящего трицерапторса. Вот еще какой-то скелет, да. Тоже какого-то динозавра. А вот настоящий трицерапторс. Я в шоке. Ну что, как тебе череп трицерапторса? Да. Мы еще настоящих таких не видели. Как какой-то древний гигантский страус или что это? Посмотри, какая ты, какая-то курица. Представляешь, раньше такие бегали. Это модель какого-то маленького животного, которые раньше жили. А, вот, смотри, наверное, вон. Заходи в следующий зал. Я такое увидел. Это вообще настоящие динозавры! Вау! Птеродактили, настоящие скелеты огромные. Я в шоке. Только посмотри, какие огромные скелеты. Это тиранозавры, трицерапторсы. Ух ты. Это вообще. Друзья, это что-то невероятное. А вот смотри, какие черепа тоже огромные. Ух ты! Да, это, наверное, настоящего тиранозавра. Какие у него зубы острые. Смотри, скелет птеродактиля. А дальше я нашел какую-то волосатую курицу. Это вообще прикол. Похоже, ту, которую мы видели в зоопарке, только в несколько раз больше. Очень смешная. Ты знаешь, кого я там уже увидел? Я увидел настоящего мамонта. Пойдем посмотрим. А, настоящий мамонт. Вот это да. И мамонтенок маленький, ой, малыш какой. А это уже какие-то предметы быта древних людей. Это, наверное, они жили в таких пещерах, что-то добывали. Кристина, это колесница, смотри, с позолотой. Наверное, на таких раньше ездили. Похоже на египетскую, но, наверное, это ездили принцессы и короли. Кристина, смотри, это какие-то древние собиратели, древние люди. Его семья, наверное, дедушка и маленький сын. Это дом древних людей. Они, наверное, жили в таких пещерах, сделанных из костей и шкур. Можно сюда заглянуть. Да, и там телевизор. Здесь у нас птицы находятся. Целый зал с птицами. Со всех стран мира, наверное, Кристина. Кто это такой? Слушай, это похоже на индюка, только какой-то древний.
Кристина, а там дальше я уже вижу морских животных. Огромная черепаха, посмотри, какая она гигантская. И крокодил, смотри, какой огромный крокодил. Просто гигантский. Это, наверное, нильский крокодил. Черепаха. А вот, Кристина, смотри, какие на стене огромные. Это древний какой-то, смотри, древний динозавр-крокодил. Наверное, прадед крокодила всех. Какой-нибудь длиннючий. Маленькие ящерки. Слушай, а дальше еще крокодилы есть. Целый зал с крокодилами. Да, вот этот самый гигантский, особенно вот этот, который дальше. Вот эти большие. Какой тебе понравился? Вот этот, да? С интересным носиком, клювиком. Вот смотри, какая змея огромная. Это удав, наверное, или анаконда. А это скелет змеи, да. Вот столько много у нее ребер. Да. Костяшечек таких. И кобра, смотри. Кобра. И целое подводное царство с рыбами. Акулы какие хочешь, разных размеров. Кристина, смотри, это челюсти настоящих акул. Да. А вот рыба пила. А вот это клюв от рыбы пилы. Или не клюв, в общем. Ого, какой огромный корабль, Кристина. Мне кажется, такой можно даже запустить и на нем одному человеку поплыть. Тебя, я думаю, он точно выдержит. Кристина, ну что, как тебе музей? Класс. Очень классный музей. Друзья, подписывайтесь на канал, ставьте лайки. И всем пока-пока.